До 50 миллиардов рублей будет выделено в этом году на ремонт и строительство в российских регионах новых школ. О том, что такое распоряжение уже подписано, сегодня сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Также речь шла о мерах по обеспечению жильем некоторых категорий очередников и льготников. Так, в текущем году планируется выпустить 6500 жилищных сертификатов. Их получат, в частности, увольняемые в запас военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, чернобыльцы.